Привет! И сегодня мы будем открывать вот такую посылку. Посмотрим, что написано. Непонятно. Ну что, раскрываем? Я уже вижу что-то желтое. Такая вот игрушечка. Брелочек такой красивый. Еще такой кролик. Еще вот такой лисенок красивый. И вот не видно. Ну, вот такой вот лисенок. Раскрываем, смотрим. Детка зайца раскрываем. Зайц. Он такой мягкий. Жаль то, что вы не чувствуете. Потрогайте. Вот такой прикольный хвостик. Можно его вот так сделать и оторвать. Можно на ключи повесить. Или на пенал, или на рюкзак. Вот. Так, как думаете, все открывать? Ладно, пока не буду. Пока не красиво. Вот у меня из этих пока смешной вот этот. У него такой нос прикольный. Так что тут написано? Тут что-то по-китайски. Тут, а тут по-корейски. Тут что? Везде по-китайски. Тут везде по-китайски. Всем пока!